Продолжаем нашу суставную гимнастику и коррекцию фигуры человека, его функциональных состояний. Вот от позвоночника внутри живота, под животом с той стороны, идут мышцы такие, пояснично-подвздошные, по-моему, они называются. Но они до ноги тянутся, до бедра. Собственно, они поднимают ногу вот так вот, бедро. Чтобы до них дойти, просим согнуть ноги в коленке. Расслабляем таким образом живот или на подушку такую высокую кладем. И вот эти вот мышцы или гребень подвздошника все заканчиваются, да? Мягко. Вот туда проникаем. Не больно? Этим нажатием пытаемся до них вот дотянуться, расслабить. Дыши, животом дыши. И потихонечку расслабляется. Здесь вот важно, если кожа тянется, да, то мы ее как бы берем немножко так вот, подгибаем с живота, да, к воздушной кости. И вот уже потом только давим. Ну, чтобы кожа там не растягивалась. Вот, на силу там вот, гребень идет. Чуть-чуть на себя так кожу дополнительный запас сделай. И продавливает это вглубь. Ну вот гребень и. Да, и вглубь. Но они вот туда идут, они практически вот до сюда сюда ходят. Вся поясница этими мышцами задействована. Да даже не массируя, просто туда надавливай. Ну, может быть, чуть-чуть массаж такой глубокий. Лучше по очереди делать, чтобы у него расслабился живот. А ты дыши, дыши. Не, я покажу, что. Да, ну массаж живота это массаж. Если ребро вот у кого-то там бывает, упирает, да? Ну вот, например, вот такое. То это достаточно делается просто, в него упираемся. И со всей силы. Даем. Вот. Это очень болезненно. Не грудина, прям где начало, где ребро крепится, да? Да, где ребро крепится, да. И? Прям отсушек, да, да. И резко-очень резко давишь, да. Олег, по теме, а вот если на грудине шишка такая, которую врач сказал, ковырять, врач, ее лечащий врач, и женщина сказала ковырять. Я думаю, что она просит меня. Я не знаю, о чем даже речь идет. Шишки бывают просто анатомически. Грудина, она же неровная. Вот у меня тоже шишка, видишь? Ну вот она у нее она же никакая не это, слава богу. Потому что может быть наоборот. Вот у него, видишь, тут повернуто немножко. Тебе не было удара с лошади спасения? Может быть. Вот этот вот меченосный отросток, видишь, он повернут. Опа, повернут влево. Ну, честно говоря. На самом деле разные, столько вот интересных. Вот скажи, все люди настолько индивидуальны. Настолько разные, да. Я вот этот вообще меченосный отросток видел и сюда завернутый, и очень острый такой. Интересно, да. И квадратный такой бывает. Все люди вот буквально по-разному. Да, интересно. Так, если у человека, например, позвонки ушли вот сюда, внутрь. Это как раз самый сложный случай. Вот эта женщина думает, что у нее этот случай. Но это не так у нее, реально шишки. Она думает, что это спина у нее. Не, ну как? Впала, зато грудь колесница. Нет, это случай, но она так уверена. Нет, спина она колесница, да. Или позвонок со спины сюда, сюда не будет видно, естественно. Да. Вот, тогда мы пытаемся поднять голову, да. Держим ее. И примерно в том месте, где позвонок находится, да, вот туда вот продавливаем. Ну, понятно, он сейчас здоровый, мы не будем ему реально это показывать. А если, ну, часто при сколиозе бывает или без сколиоза, реберные дуги вот на позвоночнике сзади, да, одна выпирает, например, или больше загнута, да, или позвонок вот как раз вот сдвинут, да, по ротации. И с той стороны нам не удалось его вот поправить, как я тебе говорил, вот так не получилось, да? То можно с этой стороны это сделать? Кладем руки вот так и вот так. Одну руку, которая противоположная, сверху на подвал.
не захватывать, будем с этой стороны. Ну, честно говоря, некоторые объясняют, почему сверху накладываем. Потому что, чтобы он случайно там отсдох или что-то там, это рукой тебе полностью не дал, там, или в челюсть. Бывают иногда симптомы такие рефлекторные. Вот, опять же, то же самое, да, иногда вот с позвонком, так просто более верхние позвонки вот эти будут, да, вот мы на них давим, опускайся. А теперь сделаем руку, вот такой кулак, да, так, чтобы у нас сейчас мы будем обнимать позвоночник с той стороны, чтобы остистые отростки прошли вот здесь вот, в этой складке, да, чтобы мы на них не взяли. Находим то место, где у нас было смещение. Вот. Ставим руку, ложись обратно, ложись. И в ту сторону вот так вот продавливаем. Для симметрии, да, попробуй с этой стороны. Здесь ассистая. Да, да. Ну и, соответственно, ты с той стороны уже, со стороны спины, ты же уже проверил, да, какой позвонок, куда? Под позвоночником накладывай. Так? Да. Полностью клади его. Ну, обстол немножко больно будет, да. Ну, ничего. Так, и упор делай в локоть. Вот, да? В локоть, да, в ту сторону. Прямо на грудную клетку дави. Вот, да? Да. Там есть нагрузка надо? Да, чувствую. Вот. Все расслабили. Так, переходим к голове. Ну, он тоже, в общем-то, для грудного отдела можно... Зацепит, да, если там... Так это именно для грудного и надо. Да. Только ребра. Да, и когда вот твоя рука лежит там, значит, ну, ты тоже можешь немножко доворачивать. Да. Ты чувствуешь, если он свернут ниже, да, вернее, позвоночник нижний, то ты кладешь руку так, чтобы он... Да. Верхний тоже был задействован. То есть верхний поднимаем вверх, а нижний доворачиваем. Ну, эта конструкция, понимаешь, приходит, когда ты уже начинаешь там куда-то отражать. Сейчас я пока просто для демонстрации это все вот так вот показываю по-быстренькому. Так, переходим к шейному отделу и к черепу. Ну, есть такая краниосакральная терапия, да, вот там потягиваем за стопы, плавная тракция шеи. Я просто взял за череп, да, снизу и сверху, да, через челюсть, да. Давай камеру поставим так, чтобы было видно. Вот так, наверное, да? Еще раз, вот, берусь за череп, ослабляй голову, ослабь, и за челюсть. Можно взяться вот так, одной рукой за череп, другой рукой за челюсть. Такие короткие тракции. Перед этим они не опережают друг друга, они идут одинаково, да, руки идут одновременно. При этом, естественно, надо было бы промассировать, ну вот у него все такое мягкое тут, шею. Но это ну, тоже да, простенько да. делать, делали, простенько, да, еще раз можно, да, пройтись. Вот, очень приятно, когда мы весь позвонок шейный, да, отдел, подгибаем руки вот туда, под грудным же отдел. Да, то есть я вот так вот их ставлю. И прохожусь вибрацией по всем позвонкам до черепа. Угу. Просто не видно, может быть, будет. Я продемонстрирую. Тихонько сдвигаюсь. Выше к черепу. Угу. И у самого черепа вот так. Расслабь голову, расслабь. Все-таки у него с этой стороны больше вот напряжения. Расслабь. Можно я сравню ощущения? Где-то про большее напряжение. Смогу да, это чувствовать? Попробуй. А руки вот так? Руки упираются вот этой частью в стол. Да. И ты вот так опускаться. Да. Как можно ближе друг к другу, да. Так, доля стечет отростков, да. Вверх. Если человек в массе, то это может таким одним таким ребеобразным движением сделать. Ну, так, если по маслу. Да. Или вот я как говорю, с вибрацией так подталкиваешь его в позвоночник прямо. Получается, да?
Я смотрю, это, насколько я почувствовал. Ну так, не могу сказать, что. Вот, под самым черепом еще раз, не грех несколько раз вот так проходить, расслабляться. Он смотришь, предчувствует, видимо, чуть-чуть. Напрягается, слабше. Кладем руку на чашу. Ой, голову, череп, как будто бы на свою чашу вот так вот. И чуть-чуть пальчиками поигрываем. Вот так раскрепощаю вот эти сосцевидные отростки. Мышцы. Где вот они крепятся к черепу, да, вот эти особенно. Они очень у многих бывают, именно они настолько закрепощены. Постоянно их надо вот так вот. И когда вы уже чувствуете, что голова болтается. Ну да? Я прям под основание подвожу вот так вот. Ну так интересно, даже на своем весом, да, да. Ну да, да. И на себя. И при этом мы на себя тоже тянем. Все равно вытягиваем вот эти мышцы на себя. Вот. И после этого уже можно браться смелее и сильнее. Раскачиваем его и вообще вот так. Кладем голову на бок. Ну, можно проверить, да, вот насколько она поворачивается. В эту сторону. И вот. Нет, сам не крути. Сам не крутись. Видишь, когда он сам начал крутиться, у него плечо стало подниматься вверх. Значит, вот в эту сторону больше напряжения. Видишь, ну и расстояние-то, собственно говоря, вот. Три пальца у здорового человека, она практически, голова должна поворачиваться, ну, почти 90 градусов. Ну, или, по крайней мере, симметрично. Самое главное, тут симметрия. Перестараться тоже плохо. В это побольше, видишь? Ну, да, это побольше. Побольше и плечо не поднимает. Значит, уже включен в этот поворот грудной отдел. А он не должен быть включен, только шея должна работать. Растягиваем. Таким образом, беремся под основание черепа, прямо так вот, да? Свою руку кладем под плечем на челюсть. У нас поворот будет сейчас вдоль, ну, вернее, перпендикулярно оси позвоночника. А этой рукой двигаем, соответственно, противоположную сторону. Так, раз, там, два, три, просто растяжение. Выглядит, может, страшно, но на самом деле ничего такого. Перекладываем руку на скулу. Сейчас ты попробуешь, да. Видишь, теперь немножко она сползает выше, упирается в скулу. А тут уже упор идет не перпендикулярно оси позвоночника, а примерно по 45 градусов в плечо. Перекладываю дальше руку и давлю уже практически параллельно телу. Вот, растягиваю задние вот эти вот мышцы. Сам не крути, не крути, мы себе все положим на место. Теперь попробуй то же самое сделать с другую сторону. Другую сторону. Я только говорю. Ну я подскажу тебе, подскажу. Сначала раскачай голову, попроверь, где она там напряжение есть, нету. Смелее, можешь взяться прямо за челюсть. Здесь? Нет, большим пальцем за челюсть. Чтобы держал череп ты, а не шею. Держи череп. Ну, расслаблен, да, допустим. Мягко поворачиваю голову. Может, вок. Нет, эту руку вытащил. Просто положили, да. Этой рукой за череп хватаешься с той стороны. Вставай прямо к телу, вот так вот, перпендикулярно столу. Вот, да, у нас это упираемся сюда. Да, сначала упираемся вот туда и скручиваем нас по вот этой оси. По оси. Не больно, нет. То есть я давлю своим предплечьем вот на челюсть. Да, 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 да. На основное. Да, да, на челюсть. Туда, туда. Поворачиваешь, вот там, туда, да. Нет еще упора. Растягиваться чувствую. Ну, просто растягиваться, да. Хорошо. Оставляем руки обе здесь. Да. Это чуть смещаем на скулу. На ухо прям можно давить. И теперь уже. Теперь по 45 градусов. Вот туда, по-моему, да? Да. Теперь уже вот такое идет растяжение. Вот так. Вот. Да? Да, да. Видишь, на самом деле говорит. Так, а теперь берешься вот вообще за череп, на ухо, прям на висок давишь. Нет, опускай, нет. Опускай голову, руку на висок. Всего упор, да? Нет, упор здесь, да, остается. Ну, чуть можешь повыше двинуть. Но предплечьем своим на висок дави.
Дальше что делать? На висок его. Ну, положи, да, положи на висок, да, да, вот так вот. А этой рукой прям упирайся, даже вот так вот. И дави практически параллельно в тело, ну такой градусов 10, наверное. Вот так, да? Тело, да, вот, да. Это мы уже верхнюю группу мышц растягиваем, да? Видишь, очень хороший прием. Клади назад, качай ее, вот эти мышцы, да, тоже разомни. А вот, как это, тракция, да, так вот, когда растягивается, будет. Да-да, сейчас мы тракцию тоже будем делать. Если ты включаешь вибрацию, только лучше. Не только от этого будет лучше. Ну, потряхиваем всякие, да. А теперь смотри. Да и чуть сюда. Теперь доводим. Ну давай, как раз вот про тракцию. Берем опять же за челюсть. Ну, заговариваться. Череп, за основание черепа, да? И за челюсть придерживаем. Делаем тракции первые. На себя, то есть вдоль позвоночника. У многих людей даже видно, что сантиметр на два увеличивается, шея удлиняется. Потом поворачиваем голову вот так вот, по 45 градусов, и немножко назад. Делаем тракцию вот таким углом. Слабая шея, и тебе неудобно. Нормально? Нормально. Да, спрашиваем, больно, не больно? Сейчас отлично. Вот. 45 градусов. Чуть назад. Ну, если удобно здесь держать, да, то надо все-таки за челюсть. Вот. Это мы верхний отдел шейный растянули во второй тракции. И еще одну тракцию, третью делаем, когда вот под примерно 45 градусов, вот так вот, да. Голова расположена. Это уже грудной отдел подключается. Сочленение шейно-грудного отдела. У них там проблема бывает. Вот.